предыдущем выпуске. Чё-то, мать его, тихо сегодня. Где все? Эй. A few moments later. Так, только не говорите, что они в другой комнате все это делают. Твою мать! Не ломайте стену! Кошак! Немец! Петух! Что за дичь тут происходит? Пизда шарак сожрать! Для кого все уместилось? Всем привет, ребята! С вами Слэйджер! И настал момент построить что-то веселое. О, ща будет мясо. Это точно. Итак, вы хотите снова получить должность главного уборщика в проекте «Автомобильно-прыжковая инициатива»? Да, во имя науки! В соответствии с правилами мне нужно провести с вами собеседование. Оно состоит только из одного вопроса. Вы готовы? Окей. Как хотите. А теперь скажите, что вы будете делать, если жизнь дала вам лимоны? Я сделаю из них лимонад! Отличная мысль! Он освежит вас после визита к мусоросжигалке. Чё? Ну нахер. Отец. Итак, ребята, единственное, что я понял, пока мы правильно не ответим, мы не начнем играть. Кошак, мы лучшие. Мы уже в заднице. Итак, ребята, более-менее мы начинаем работать. Отлично. Бери каску и вали отсюда нафиг. О, у нас даже есть свой кабинет. Какая щедрость. Итак, ребята, у нас первый уровень. О, what the fuck? Здрасте. Походу это надолго. A few inches later. Ну наконец-то мы можем строить. Идеально. Да заткнись ты нафиг! Ну что ж, Вася, поехали! О, класс! Отлично! Всегда хотел, чтобы мной робот управлял. Ой, еще, ребята, будет тут офигенно! Мы сейчас тут трамплинчик забабахаем. Ну шо ж, Вася, едь! Эх, вот просто главное, чтобы ты перелетел, а на все остальное уже пофиг. Найс! Ну шо ж, ребята, идем к третьему уровню. Иди в баню, пожалуйста. Ой, ёпта, что? Здрасте, порталы. Какого фига вы тут? Я знаю, как порталы работают. Заткнись! Эта игра нормальная, но меня бесит этот робот. Ну что ж, Вася, едь. Давай, давай, давай. Газуйте на максимум, ребятки. Отлично. Первый портал. Ребята, вам походу хана. Итак, что сказать, ребята, через несколько минут я построил шедевральный мост. Точнее, шедевральных два моста. Я горжусь этим. Ну что ж, давай. 3, 2, 1. Такс. Да. Фу. Ничего так. Колонна. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Это чё сейчас ёпта было? Итак, слушай, 4-й уровень, и сейчас будет ой как весело. Здравствуй, робот, как раз мы тебя ждали. Ненавижу тебя. Чтобы компенсировать отсутствие у вас ясновидения, мы изменим спектр свечения портала. Мне кажется, он усложнил мне задачу. Думаю, до этого было легче. Ну что ж, ёпта, давай едь. Так, с первого портал. 2-й. Ох, как красиво летим. Later. О, да, ёпта! Ох, их сколько! Надеюсь, мосты наши выдержат. Так, так, так. О, какая красивая радуга! Радуга! Да, ёпта. Ребят, вас что-то тут да очень многовато. 1, 2, 3. 10 штук, ёпта! Будет, ёпта, сложновато. 20 minutes later. Итак, с более-менее мосты готовы. Только я фиг знает его, как они будут работать сейчас. Ну шо ж, Вася, поехали. What the fuck, мост! Мост, ёпта! Че? Я сейчас в таком вафиге, что я вообще ничего не понял. Что это сейчас было? Чтобы ознакомиться с другими важными историями, связанными с тестированием, загляните в библиотеку лучших методов, которая доступна вам прямо с этой секунды. Он что, намекает, что я тупой? Ты чё, вообще страх потерял, жестянка? Так, лучшие методы. Как бы, у меня с математикой туго. 1 hour later. А, я нифига ничего не понял, будем сейчас все от балды строить. Да мне все равно весело. Блин, шо ж тут поделать. Безопасность превыше всего. Оля, конфетка. Давай, братуха, едь. Лети. Да.
Ой, зря! Ой, мне походу зря, этот мост не выдержит их всех. Так, с первой, второй, третий, четвертый, пятый! Да я мастер строительства. Я пойду в строитель. Отлично, давайте к следующему уровню. Извините, мне только один маленький вопрос. Этот робот только меня раздражает или что? Как его отрубить? Кандидат 9723. Зря я сюда попал. Очень зря. О, ребята, вы сейчас полетите. Ой, как весело. Ну что ж, я в тебя верю. Так, с первый трамплин. Вниз, вверх. Такс, давай. Газу. Фу. Я думал, этот мост сломается. А теперь давайте больше веселья. Надеюсь, мои мосты вас выдержат. Походу не выдержат. Походу тут проблемка. Походу тут вообще задница. А, не, я зря нервничал. Кошак, прости. У меня просто горит. Что сказать? С ними что-то не так. И это все, что я могу сказать. Стоямба, а где дрон? Его что, кто-то взорвал? Кошак, это ты сделал? Нет? А вот это уже странно. Ну что ж, Вася, давай есть. Так, сначала через портал. Отлично, отлично. А как его открыть? О, ё-моё. А вот тут я лоханулся. Тут так как-то эпичненько надо все это сделать. Ну что ж, Вася, давай теперь точно проедешь. О, дверца открылась. Андрей! Мы без Андрея! Так, ладно. У нас еще больше Андреев. Так, давайте. О, блин, сейчас полетят Андреи. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Ну что ж, ребята, а на этом все. Игрушка зашибенная. Вот эти порталы, все это. Один минус. Этот хребаный робот. А с вами был Слэджер, Кошак, Немец, Петух. И всем удачи, и всем пока.